Шесть нарушителей, которые хотели незаметно провести икры больше, чем разрешено, только за 2 дня поймали в главном аэропорту Камчатки. Как сообщили в Россельхознадзоре, 19 августа пассажир рейса в Москву пытался оформить 10 килограммов деликатеса в качестве багажа и еще 10 килограммов пронести в ручной клади. А 21 августа сразу 5 пассажиров новосибирского рейса хотели оформить в багаже по 12 килограммов икры. Все излишки деликатеса они добровольно отдали сопровождающим. Отметим, всего за время проведение эксперимента Россельхознадзор выявил 59 нарушений при перевозках икры непромышленного изготовления общим весом 829 килограммов. При этом количество нарушений резко выросло с начала этого лета. Как считают специалисты, это может быть связано с ростом стоимости икры при уменьшении ее количества в продаже. Добавим, эксперимент по контролю перевозки икры начался с 1 ноября 2022 года и будет проводиться на Камчатке до 1 августа 2025. Одному пассажиру разрешается провозить в багаже или ручной клади не более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления. Продукция может быть в упаковке без маркировки и сопроводительных документов.